Ну что, в студии появился наш обозреватель Родион Маринчев. Будет рассказывать он о проверке российских и более конкретно московских дорог. Родион, что за проверка организована на этот раз? Спасибо, Маша. На самом деле подобная проверка качества асфальта – это обязательная ежегодная процедура, которая проводится для выяснения двух аспектов. Во-первых, качественно ли был уложен асфальт во время ремонтных работ в весенний и летний период. Ну и во-вторых, готовы ли дороги, в частности, вот речь идет о Москве, готовы ли московские дороги к осенней зимнему периоду, поскольку в этот период, разумеется, нагрузка на асфальт возрастает. На самом деле, вот в этом году в столице отремонтировали 20 миллионов квадратных метров трасс, при этом еще предстоит, кстати, отремонтировать 4 миллиона в сентябре и октябре. И вот качество покрытия будут особенно тщательно проверять на Московской кольцевой дороге и на третьем транспортном кольце, потому что, разумеется, на эти магистрали нагрузка наибольшая, и уж так повелось почему-то, что в последние годы их латают чуть ли не каждый год. Ну вот, приходится это делать. Процедура проверки действительно довольно кропотливая. И вот как подсчитываются затраты на нее, нам рассказал кандидат наук, преподаватель Московского автомобильно-дорожного института Юрий Васильев. Тут вопрос такой. Знает, во-первых, есть СНИП 306-03-85 года, в котором четко прописано норматив отбора образцов. Значит, мы обязаны от каждых 7000 квадратных метров дорожного покрытия отобрать 3 пробы и их испытать. Но на самом деле, если подсчитать, что, я повторюсь, 20 миллионов квадратных метров нового асфальта уложили в этом году в Москве, то, в общем, примерно такая сумма и должна получиться. Маша? Спасибо, Родион. Мой коллега Родион Маринчев.